Расскажите вот про кузницу. Два километра работает. Там ходить. Это где, в Кондышах? В Кондышах. Там в старом дворе мужики, старый двор, там почему-то не был взорванный. Ага. Ну, небольшой такой, ну, как половина моей бани, вот так. Так, хорошо. Ну, мужики делали крышу. Ага. Кузница это опасная пожарная. Да-да-да. Туда надо. Ты, дядя Коля там сделал горно, ногой качать меха поставили. Mm-hmm. Вот я от этого меха качал. Как называется это? Жерно или зерно, как вы называете? Качали-то куда, не понял. Меха. Меха, на-на-на. Ну, они вот так фухали. Ага-ага. А там труба была сделана и в горно. Вот это горно. Горно, ну это горн, да, горно. Горнило, как хочешь называть. Да. Где железо греет. Ну-ка, и что там интересно? Мне надо было вот этим, этим колом качать, а потом в 53-м году дали свет в деревне. Так. Тогда, в это время тогда и ходил я. Значит, свет дали Вася Гуревич, сын его, он был электриком, он старше был. Так. Электриком, и тот достал моторчик такой небольшенький. Ага. Воздушный, ну, вентилятор. Но. Вот этот вентилятор, там меха эти уже старые-престарые, чинены-перечинены. Кож был сделан, кожаный. Но. Там уже переломавшиеся были. Yes. Еще довоенные сохраненные были. Так. И вот эти, когда поставили колесо огромное, мужики сделали. Да, наверное, метра полтора, может, два. И что за колесо? Колесо. И типа прялки такое мотовило было. Так. Тоже колом. Это как, погонялка называется. Да. Кол. Крутанул маленько и ногой качай. И этот вентилятор, он лучше грел, чем вот эти меха были. А, поддув, да? Ну, дух. Воздух. Там шкивок маленький был, а это какой огромный, там ворота сумасшедшие были. Ясно. Заказов-то много было? Ой. И колхозу надо было, и бороны, телеги ремонтировать, лошадей ковать. Да? Лошадей-то много было. Сколько там человек работало в кузнице? Двое мы. Двое, да? Кто дядя, с вами работал? Дядя Коля Гуревич. Гуревич. Кузнец, исторический. А я как помощник. Николай по отчеству какого Гуревича? Алексеевич. Николай Алексеевич Гуревич, да? Гуревич. И вас, как звать еще раз? Зубков Евгений Михайлович. Ага. Вы там год все проработали, да? Да, год ровно. Ясно. А фотографии кузницы не сохранились? Нет. Нет. Ладно. Просто какие-то каменные здания такое маленькое. Хорошо, а потом вы где работали? Потом меня заинтересовала техника. И вы сами ушли, да, оттуда? Да. Стали уже трактора. Да. Эти вот на шпорах-то. Хотя за 7 универсалы. Железные такие. Железным колесом вот такие шпоры на четырех болтах. Ясно. К нам приезжали, тут мужики. То ли меха надо им оттянуть в плугу. Да. То какие-то кронштейны перегнуть там надо было. Ну, в технике железа много. Да. Вот это мы все этим делом занимались. Я так заинтересовался этой техникой. Так. Я тут с кузницы ушел. Так. Прицепщиком. Ну, надо было пахать эти керосиновые двигатели натики называли. Ага. Он гусеничный, вроде ДД-54, только что он был на керосине, без кабины. Ага. Там был четырехкорпусный плуг, прицепной, на колесах. Так. Так надо было рулить глубже, ниже. Ага. Понимаешь? Положено было прицепщик сидеть, наверное, должен с косилкой сиденье железное такое там, с пружиной. Да я видел, да. Ну, вот. Вот этим прицепщиком уже стали мне разрешать на тракторе ездить. Хорошо. Сам интересоваться стал. И вот они так меня наблатыкали. Ясно. Я нигде не учился, ни одного класса не кончал, наверное, тракториста. Ага. Уже нормально. И впоследствии трактористом работали, да? Да, потом уже ДТ-54 пошли дизельные. В каких годах они появились? Да черт их знает. Ну, ладно. Я эти года не могу вспомнить. Ну, мне дали ДТ-54. Я уже наблатыкался на этих тракторах на всех. Ясно. Для троих не хватало. Да. Вот мне ДТ-54. Я съездил в Гостицы на нем. Ага. Отремонтировал там 4 месяца зимой. Сельхозтехнику, что ли? Сельхозтехники, да. Там ясно. Догоняли трактора, там ремонтировали. Ага. Там мы жили. Да. Ну, наше дело было разобрать. Ага. А там цеха. Да, знаю. Там ходовые в один цех, мотор в другой цех. Так. А потом только собираешь. Ну, я уже был в курсе дела. Хорошо. Ну, отремонтировал, все остальное на этом ДТ-54. Это уже современный трактор. А заработки какие трактористов? Ну, рассчитывались хлебом. Да? Ну, год отработаешь. Так. Сколько-то часов отработал. Ага. Ну, на каждый час трудодни, палочки. Ага. И справление какого-то собирается. Какой урожай собрали, картошки там, зерна намолотили там, все. Ага. И это распределяет, сколько на туда день попадает там, по килограмму зерна там,
по килограмму картошки, ну я толщину не помню, ну как и так. Ну, денег да. давали два раза в год. Ага. Когда собрание надо собрать, так. люди не идут ни хрена на собрание. А, деньги принимали. Привезут, ага. ну там, по-моему, по рублю на трудодень. Там деньги да стоят. По рублю, по 20 копеек. Да не копеек, я не помню точно. Это все на собрание придут. Ну, деньги будут. Наша работала. Они, а. Точно я знаю. Они, собственно, копеек. Не нужны были эти деньги. Почему не нужны? На базар поедешь со своей картошкой продавать там. Так. Ну и оттуда и берешь хлебом, маслом, спичками. А куда вы на базар ездили? Сланцы. Сланцы, да? Ну, Сланцы в базар уже был. Вот этот, возле моста, который, да? Да, вот этот. Торговали, ездили, да? Ясно. А тогда деньги появились, а уже интересно. Так, ладно, этот сюжет хороший.